В Ухте открылись новые пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Сбор организован при поддержке местного благотворительного фонда «Выбираю жизнь», волонтерской организации «Ухта Спас» и мэрии. Главный пункт открыли по адресу Первомайская, 3. Волонтеры принимают всех желающих помочь ежедневно с 10 утра до часу дня и с 4 до 7 вечера. В музее очень много детей, просто как бы вещи остаются, дети растут. Вот, решили передать все. Детские вещи теплые, летние, зимние. По словам волонтеров, ежедневно приходят по 10-15 человек. Участвуют и организации, например, детский сад номер 93. Приносят различные вещи, детские теплые вещи, обувь, личную гигиену, медикаменты, крупы. Собрано уже более 10 коробок. Можно помочь и финансово. В пункте сбора стоит ящик для пожертвований. Таких же разместят для посетителей очередного благотворительного концерта в рамках этого сбора. Он пройдет в Ухтинском городском дворце культуры 10 апреля. Напомним, всю собранную помощь в конце апреля представители Ухтинской администрации благотворительного фонда отвезут в ДНР и ЛНР. Сбор открыт до 25 апреля. Жители пригородных поселков передать благотворительную помощь могут в местной администрации.